на мой взгляд, одна из самых значительных, одна из самых важных опер в русской музыке 20 века. Катерина Измайлова, Дмитрий Шостакович, возвращается на сцену, историческую сцену Большого театра. Жестокости, наверное, с сегодняшнего дня, когда подменяется в нее зря, есть гротесковые моменты в опере, я пытался и Шостаковича, искаженные, как это, и рассказ о любви, это не Ромео и Джульетта, а это отчаяние женщины, отчаяние вот этого, этой среды, в которую она попала, то есть в эту архаику. И, наверное, внутри ее, внутри спектакля должен звучать эта жажда свободы. Не зря мы начинаем спектакль-пролог с каторги. Как хорошо в этом Вахтанговском театре, как хорошо в Малом Вильнюсском театре. Как они понимают, как мы договариваемся, очень понимаем друг друга, чувствуем. Тут пробраться к солистам и к театру, и хору очень сложно, очень сложно. Я не знаю, оперные артисты, солисты сказали, вот как хорошо, я и показывал, я и играл, и мы что-то играли, уже что-то нашли. Но он говорит, так интересно, вот это бы сыграть, но одна беда, мы еще должны петь. Я когда увидел весь хор и мимант, я хотел извиниться и убежать.